Ульяновской области в начале июля с успехом стартовал новый налоговый режим на профессиональный доход. Налог для самозанятых – самый простой вид налога, который существует для тех, кто давно на фрилансе или хочет вывести свое дело из тени. Это прежде всего минимальные налоговые ставки – 4% при предоставлении услуг гражданам и 6% юрлицам. Не нужно беспокоиться о дополнительных отчислениях, как говорится, все включено. Кроме того, федеральным правительством принято решение в связи с распространением новой коронавирусной инфекции о предоставлении дополнительных налоговых вычетов. Это 10 тысяч и 12 тысяч рублей соответственно. Общая сумма налоговых вычетов в 2020 году составит более 20 тысяч рублей. Стать самозанятым можно буквально в несколько кликов. Для этого не нужно посещать налоговые инспекции. Достаточно скачать на смартфон приложение «Мой налог», ввести свои паспортные данные и ИНН. Максимум полчаса, и новый статус обеспечен. Анастасия Никитина – молодая креативная девушка. Вот уже несколько лет она является автором своего собственного бренда одежды для детей от 3 до 9 лет. Свою продукцию дизайнер реализует через социальные сети и интернет-магазин. Узнать о новых возможностях ведения собственного дела удалось на проекте «Мама-предприниматель». Я проходила в конкурсе «Мама-предприниматель», вот, и там нам подробно рассказывали о том, что существует сейчас такая система налогообложения, ее плюсы и минусы, и многие из девочек, которые там были вместе со мной, они заинтересовались, конечно, вот этой системой, потому что она дает намного больше преимуществ, чем тот же самый ИП, например, или ООО. Дарья Хилькова тоже, долго не раздумывая, вышла из тени и зарегистрировалась в приложении. Начинала девушка с любительских съемок, а после, как часто бывает, влюбилась в ремесло с первого взгляда. Теперь уже профессиональный фотограф, она признается, что долго думала о том, как оформить себя официально. Статус самозанятый помог привлечь больше клиентов среди юридических лиц. Для меня всегда было важным быть законопослушным гражданином своей страны, исполнять то, что требуют власти, послушной быть, и поэтому я всегда думала, что мне нужно как-то платить налоги, и это повышало мой статус даже в глазах моих клиентов. Со мной охотнее шли на контакт. Прежде всего, это касается, конечно, юридических лиц. У меня всегда был вопрос, Дарья, а работаете ли вы законно? По прогнозам, до конца года на уровне самозанятых перейдут 3,5 тысячи ульяновцев. Рената Алиулова, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.